Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такое необычное маленькое видео о том, что вы получили от Ютуба такую вот посылку. Да, сейчас мы посмотрим, что у нас там лежит. Вот. Перед этим пришло сообщение о том, что у нас столько-то подписчиков. И вот, соответственно, по этой причине получите серебряную кнопку или что-то такое. Я почему-то думал, что кнопка — это что-то именно какая-то кнопочка такая, которую можно нажимать, вот она будет стоять. Вот, но в процессе разговоров с службой доставки и с таможней выяснилось, что это действительно какая-то табличка. Вот, тут какое-то письмо на английском языке, естественно, ничего не понятно. Вот, ну, надо будет потом как-то перевести. Вот, и вот у нас здесь такая лежит какая-то визитка или не визитка. Нет, не визитка. Что-то такое написано. This award was inspected and packaged with great... В общем, короче говоря, это не важно. Вот, а тут вот такая вот вещь. Да, и... Тут надпись, она причем не на пакете, она на самой этой пластине. Презента студия Олега Тропыгина for passing 100 тысяч subscribers YouTube. Собственно, почему я это снимаю? Потому что они написали, что когда будете, не забудьте снять видео, когда будете снимать видео с распаковкой, то ставьте вот такой-то хэштег, где-то он там записан. Так, ну это вот такая металлическая поверхность, да, она с полосками, а вот эта вот поверхность, она зеркальная. А нажать можно? Нажать, вот, сейчас пытаюсь. Ничего не происходит, обратите внимание. А что у нас с обратной стороны? С торцов тоже такая полосатая поверхность, причем видно, что здесь стыки. Да, то есть, видимо, это собрано из таких пластин, да, склеено. А внутри пустота. Внутри пустота и имеются такие отверстия. То есть, по-видимому, это сделано для того, чтобы вешать на стенку. Их две, придется сверлить две дырочки. Но зато тут зубчики, то есть, если облажаться немножко с расстоянием между гвоздями, ничего страшного. А здесь у нас такая бархатистая поверхность, видимо, чтобы не поцарапать наши красивые стены в мастерской. Вот, ну и, собственно говоря, наверное, надо подумать, куда ее повесить. Тут у нас один гвоздь есть. Вот так она будет наклоняться. Наверное, надо еще один гвоздь, да? Это, наверное, куда-то сюда, что ли, не знаю. Все уже завешено, но такой вещи еще не было, поэтому надо ее тоже, наверное. Но тут можно взять... Ой, а зеркало кривое, кстати. Кривое зеркало, то есть если смотреться, то можно увидеть эффект кривого зеркала. Но, наверное, надо это повесить туда, где не хватает зеркала. Вот. Ну, в общем, что-то будем придумывать. Так что спасибо вам, потому что, собственно, этот приз не мне, а вам приз. Это же вы, вас же 100 тысяч, да? Поэтому спасибо, что вы есть. Благодаря этому у меня теперь есть такая штука, которую можно повесить на стену и в нее смотреться. Благодарю за внимание. Всего доброго. Хороших вам рисунков, живописи, скульптуры, композиции, истории искусств. До новых встреч. Ну вот.